Наш второй день с археологами на Койской писаннице выдался несколько сложнее. Похолодало, поднялся ветер. Однако и профессионалы, и любители останавливаться не собирались. Мы с ними загружаемся в вездеход, приобретенный специально для этих целей, и отправляемся на 5 километров дальше, чем накануне, к очередной скальной плоскости, покрытой работами древних художников. Александр Заика – начальник этой экспедиции, как, впрочем, и десятков предшествующих. Как я упоминал в первой части нашей программы, изучение наскальных рисунков Красноярского края, можно сказать, главная задача его научной жизни, решение которой невозможно без другой – сохранить это культурное богатство. Это первая задача, которую мы ставим перед собой, потому что время идет, камень тоже не вечен, вот. И все это исчезает прямо на наших глазах. Мы занимаемся этим вопросом не только здесь, на Мане, и на юге нашего края, на Таймыре, в Ивентии, в Туве. 1,70 м основания вешки на низ рисунок. Готово. Елена Левачева – специалист предприятия по археологическому проектированию и изысканиям. Сегодня работа ее команды, выделенной в помощь Александру Леонидовичу, мало чем отличается от работы топографов, вооруженных специальными приборами. Чтобы оформить нормальную документацию, поставить накладные объекты, вот, мы должны использовать современные технологии. Вот. Если раньше мы делали это все вручную, компас, рейка, вот, взгляд солнца, вот. Это субъективный подход. Сейчас мы более объективно подходим. У нас есть нормальная аппаратура, которая позволяет нам четко при границе до 15-10 сантиметров поверхности. 1,70 м. Сейчас, подожди, я подумаю, кодировку придумаю. Похожую работу каждый из нас мог увидеть, если бывал в тех местах, где в ближайшем будущем собираются строить, например, дорогу. Только у археологов задача обратная – не допустить никакого строительства, как и вообще промышленного освоения таких территорий. Вот там обычно составляется так называемая учетная карта по объекту, ну, как паспорт объекта, как строители, допустим, строят что-нибудь, ну, и паспорт висит на заборе. Ну, примерно то же самое. То есть, ну, паспорт объекта, он хранится в реестре, ну, вот, объектов культурного наследия. То есть работают с ним потом ученые? Да, ученые. Если кому-то нужно, допустим, там, ну, любой человек, он может обратиться там, в архив, ну, и запросить, то есть, доступ вот к этим данным. Изучение изучением, но главная задача такого точного измерения местонахождения рисунков в пространстве – составление кадастрового плана. Без него невозможно указать на картах, где находятся те участки, которые нельзя трогать ни при каких обстоятельствах. Что называется, на глазок план составлен давно и хранится в том числе и в личном архиве Александра Леонидовича, только по этому плану запретные зоны не разметишь. Между тем, необходимость инструментального измерения пространства – это на самом деле главная причина того, почему в подобных местах такие работы проводятся зимой. Скачающийся на волнах лодки при всем желании не сделаешь точный электронный выстрел из топографической аппаратуры. И еще, запретные карты составляются не только для возможных проектов промышленного освоения, но и для обычного туризма. Как только сегодняшние измерения археологов перекочуют на официальные кадастровые планы и попадут в реестр культурного наследия РФ, здесь нельзя будет вести никакую угрожающую рисунку деятельность. Это кажется, ну, большим сроком. Это ж сколько поколений-то сменилось, да? А рисуночки-то живут, вот они, красивые, радуют глаз. Сохранить бы, да, все это главное дело. Но мы столкнулись с писаницами, которые зарисованы просто современными рисунками, это жаль. Ну, а так-то, да, конечно, может быть, там еще через несколько тысяч лет и эту Сашу Солью будут изучать какие-то еще более продвинутые археологи. Александр по основной профессии врач, но тоже не в первый раз в таких экспедициях. Сегодня он скопировал себе несколько рисунков с помощью фотоаппарата на телефоне. Кстати, вполне научный метод. Еще пару-тройку лет назад археологи копировали писаницы по старинке. Крепили к скале прозрачную пленку, обводили просвечивающие контуры обычным фломастером, а потом переносили рисунки на бумагу. Сегодня, благодаря специальным программам, достаточно сфотографировать рисунок на хорошую камеру, а компьютер отсечет искусственные нанесения от скального фона. Впрочем, для любителя это, конечно, лишнее. Вполне достаточно иметь на стене квартиры древнее изображение. Тянет к себе история. Тем более в компании
такими продвинутыми ее знатоками, как Александр Леонидович Заика, ну и прочие археологи. Компания хорошая, и место шикарное. Оно, конечно, притягивает, потому что это же не вековая даже история, а тысячелетий. И тут настало время сказать, что край без окраин, безо всякого преувеличения, можно вычеркнуть из списка любителей, чтобы внести в список профессионалов. На протяжении 15 лет наши коллеги раз за разом отправлялись во все более отдаленные районы, чтобы запечатлеть сотни рисунков, разбросанных по всему краю. Ездили весной. Здесь в основном изображены выбивкой, шлифованием животные. Животные именно того времени. Ездили летом. Видите, вот человек, олень. Ездили осенью. Люди, которые жили в этих местах, оставили свой след в святилище в виде наскальных рисунков. 400 с лишним тысяч лет назад вот выбивали здесь изображения животных, есть человекоподобные фигуры, видимо, шамана, каких-то охотников. И в последние два года зимой, по уже указанным мною причинам, можно сказать, проследили все этапы изучения наскальной живописи, от открытия до нанесения на топографические карты. Но главное даже не это. Сегодня, просматривая все архивные программы, можно сделать вполне научные выводы. Зафиксированные нашими операторами на профессиональные камеры рисунки, несомненно, имеют общие черты. Подобные рисунки у нас зафиксированы в ближайший регион. Это бухта Саган-Заба на Байкале. Там их серия подобных изображений. Вот. И как объяснить сходство их? Видимо, только то, что жил, либо это был один народ, да, либо была какая-то миграция. Либо миграция не только людей, но, может быть, идей. В поисках древних писанниц наш проект был в Минусинском, Курагинском, Шарыповском, Манском, Партизанском районах. А ведь это сотни километров, расстояние, которое вряд ли было доступно охотнику или шаману тысячи лет назад. Поэтому по карте наших съемок можно вполне отследить пути миграции древних народов, а также эволюцию их идей и умений. От тщательного изображения тотемных животных до религиозных и, заметьте, схематичных символов. Это лапа, да. Такое ощущение. Как это? Потом выше одна, видишь, палочка? Ага. И вверху какие-то еще. Как танцующий какой-то, может, шаман. Кстати, да. Если вам показалось, что мои слова о научной значимости нашей экспедиции преувеличение, то вы ошибаетесь. Ученые-этнографы уже не в первом поколении присматриваются как к схожести этих рисунков, так и к их эволюции от района к району. Как только научные технологии смогут устанавливать точный возраст рисунка по малейшим остаткам органики в нем, можно будет подтвердить одну захватывающую научную гипотезу. Дело в том, что очень похожие символы, особенно с учетом их эволюционных изменений, встречаются далеко от красноярских берегов. Личина своеобразная, которая выпадает тоже до эпохи, видимо, позднего неолита, ранней бронзы. Уникальное явление. А они у нас получили в науке название как личины каменского типа. У них концентрическими кругами показаны глаза, есть вертикальный отросток. Вот, и ротовая полость показана с такими вертикальными черточками, ну, в кавычках, скажем, борода. Вот. Подобные образы не характерны для данной территории, вообще для нашей Северной Азии. Парадокс, но факт. Ближайшие аналогии у нас встречаются на севере Китая и северо-западном побережье Америки. И дело не только в схожести рисунков здесь и на побережье Америки. Этнографы, антропологи и религиоведы замечают, что есть схожесть и в структуре верований народов Южной Америки с древними шаманскими обрядами народов, чьими потомками являются жители современных Хакасии и Тувы. Ну а с учетом археологически достоверно установленных фактов относительной молодости южноамериканских племен и древности тех рисунков, которые вы видите на экране, напрашивается вывод, откуда есть пошла земля шаманская. Нет, повторюсь, я не преувеличиваю. Однажды лично присутствовал на лекции одного из самых известных этнографов России, который до недавнего времени возглавлял региональное министерство культуры. Он не просто поддерживает данную гипотезу, он ведет научную работу по ее доказательству. Так что все идеи, которые ценят поклонники, например, полумифического Карлоса Кастаневы, вполне могут брать свое начало здесь, на этих скалах. Ну или, во всяком случае, где-то на скалах Восточной Сибири. С этой точки зрения, работа любительской студии, которую возглавляет Андрей Гаврилов, директор музейно-выставочного центра Железногорска, приобретает особую значимость. Андрей – сторонник максимальной популяризации ценности наших писанниц и тоже неоднократно бывал в экспедициях с Александром Заикой, только в этот раз не смог из-за болезни.
принципе, вот такой простой рисунок, его очень легко перевести в цифровой. А, есть технологии, есть методики. И через какой-то момент, то есть там буквально там несколько часов манипуляций, мы сможем уже оживлять этот рисунок. Человек уже может ходить, крутить головой, конь будет скакать. Андрей с другими участниками своего проекта планирует объединить в одном фильме большую часть рисунков, чтобы оживить древние идеи в доступном современному человеку виде. Нельзя не пожелать ему удачи в достижении цели. А эту экспедицию завершить лично мне захотелось полушутливым напоминанием, что каждое наше действие, даже не самое красивое, рискует остаться в вечности. Не забывайте об этом. Мы с детства помним, что некрасиво писать на стенах, дверях, еще где-то всякие разные нехорошие слова, и это правда. Но в таких экспедициях начинаешь на эти вещи смотреть немножко по-другому. Видите же современные петроглифы. Как знать, может быть, через 1500 лет, через 2000 лет археологи будущие скажут вот этим товарищам, которые понаписали здесь разные слова, спасибо.